дорогие друзья, с вами Муса и Сергей, мой друг. Да. Он только первый раз пришел. И мы сейчас просто снимем обычный ролик. Как там, как мачо, но мы так два раза снимали твои подружки, как там очень кислую гранату ели. Это было жесть, реально. Ну, да. Так, не портим фильм. Ну, хорошо. У нас вот есть стикботы. Вот это уже тут старый, но как вы знаете, да, я уже давно снял свой мультик, только вы его уже, мне кажется, не видели, потому что это был только один. Но кто видел, поставьте за это лайк. И кстати, то только до сегодня, то привезли этот до синего стикботика. И так, и вот это, то если вы хотите знать, то это декабря 2016 года, это сделано 20-го. Октября. Число. Декабря. Декабря. И вот смотрите, что я купил сегодня. Вот это Пикачу второго левела. Правда, у меня есть еще Пикачу, только первого левела. Ну сейчас. И второго, вот он такой травяной. Йоу. И задника его. И вот Пикачу хвостик. Кстати, напишите в комментариях, как вот этого покемона зовут. Напишите в комментариях. Да, то мы не знаем, то хотя бы мы знаем, то мы просто хотим проверить, то вы смотрите мультик покемон. И кстати, то внизу есть мы на комментариях, то сейчас доставлю до комментарии, как там, как его зовут, да? Да, доставлю до комментариев, то потом. Это один видос. Ты видел, что как там Ивангал там снимал? Кстати, ребят, кто видел по телевизору Ивангая, поставьте лайк. Ивангай там был. Да. Они там смотрели мультик, и Ивангай смотрел мультик со своим дядюшкой Ивангай. Да. И, кстати, ты помнишь, как там... Вот это, кажется, не знаешь, тут вот там было, ты говорил, ты оставлю тут в комментариях, тут как там эту игру скачать, такую одну, там я уже забыл. И вот тут он написал, не как. Прикольно было. Поставьте за это лайк, вот это. Кто любит покемон, поставьте за лайк. И всех ботов, кто любит всех ботов. Ну да. Ой, сейчас я на первом борту. И всем пока! Подожди, чизбургер! Чизбургер? Чё? Да, чизбургер! Кто любит чизбургер, поешьте, этот чизбургер вкусный! И всем пока!